Вот, посмотрите, у нас продолжаются работы по демонтажу дома в городе Ейске. Работают они уже шестой день, причем без выходных. Работали и в субботу, и в воскресенье. И даже когда стемнеет, они зажигают фонари, то уже какое-то время работают. То есть работа идет полным ходом. Это сейчас сносится именно самый пострадавший третий подъезд. Но потом будет сноситься и второй, и четвертый, и первый подъезд. Первый подъезд, вот, вот он вообще самый целый, самый непострадавший, но экспертиза показала, что его тоже нужно сносить и отстраивать заново. Гора мусора, посмотрите, какая огромная, ее будут куда-то вывозить. Вот этот экскаватор, который там стоит внизу, он тоже работает, он все время заезжает на эту кучу, она отгребает этот мусор в сторону, потому что этот экскаватор тоже выполняет важную работу. Но вот эта машина, конечно, мощная. Когда она выпрямляется, она высотой выше 9-этажного дома. Я раньше, до этого, никогда не видела таких мощных машин, а на конце у нее просто невероятных размеров и мощи такие металлические ножницы, которые режут кирпичи просто как бумагу. Это невероятная машина. Вообще очень быстро происходит все это, потому что вот посмотрите, какой громадный проем уже образовался. Там был сплошной дом. И это всего лишь за шестой день. Еще день не закончился.